Прошло много лет с исчезновения великого воина Арамуса. После себя он оставил лишь пару боевых перчаток, артефактов несказанного могущества, наделявших владельца силой, способной двигать горы, если верить сказаниям. Также после себя он оставил дочь Галли. Она нашла перчатки, положив начало событиям, в результате которых она окажется в огромной опасности и в компании надежных защитников. Это... Нолан. Колдун мудрый и могущественный, чей язык не менее остер, чем его ум. Его таинственный спутник Калибретто. Боевой голем несказанной силы. Гаррисон. Некогда бывший правой рукой Арамуса, а теперь поклявшийся любой ценой беречь его единственную наследницу. И разбойница, рыжая Моника, которая из друга может быстро превратиться во врага. Вместе они отправились в путешествие по Срединным землям, защищая Галли от тех, кто пытался завладеть ее могущественными перчатками. Нолан, задавшись целью узнать как можно больше о мане, что питает магию и технологии мира, стремился найти загадочный остров Полумесяца, где, по слухам, должны были найтись огромные запасы маны. Когда до острова оставалось уже рукой подать, герои поняли, почему об этом регионе так мало известно. Как им со мной повезло. Нас берут на абордаж. Галли, уходи с палубы. Ты помнишь, что я покрепче тебя? Снова лезут! Левый борт! Эй, нет! Галли, стоп! Сейчас я понял. Ну что, рыжая, остались только я и я. Всегда так. Так,
Ты во время. Возвихмочни. Ты не нагнули. Ты пойди. А, привет! Проголодались? Садитесь. Заходите, не стесняйтесь. А я все тут. А чуть не забывайте. Здорово! Мне работать надо. Ну вот и все. Выше нос. Приветствие, воин. Возвращайтесь.
Thank you.
Здорово. Ага.
Ну, наконец. Ну, заходите, раз пришли. Ну, наконец-то. Thank you.
покажи мне где, покажи скорее.
13. Ага. Thank you.
Thank you.